Давайте посмотрим, кто победил в конкурсе на 50 доната. И это у нас... Во-во-во, полегче, дружище, я тебя поздравляю, ты получаешь свой приз. Давайте переведем ему 50 доната. Выбираем сервер, пополнить счет. Замечательно. Вуаля, дружище, участвуй в конкурсе еще. Ну а если ты проиграл, не расстраивайся, потому что именно для тебя в этот раз я запускаю новый конкурс на 50 доната на любом сервере. Ваша задача — поставить лайк, подписаться на мой канал и в комментариях написать ваш ник, сервер, на котором вы играете, и слово «я участвую». Победителя я выберу в следующем ролике, а ролик уже завтра. Ну а кто больше профлудит, вероятность победы будет намного больше, чем у остальных. Уже проверено. Участвуй. Hey, на связи Виталий Старк, и это новая серия на проекте Black Russia. Давайте наберем 1000 лайков, чтобы вышла новая серия по данному проекту. Сегодня мы будем разносить. Меня просто разозлили игроки. Извините, пожалуйста, за такой контент, но я злой, я реально злой. Наверное, вы в шоке, что 2 ролика за день. Виталий Старк, ты вообще отдыхаешь? Нет? Стараюсь все для вас, ради контента, делаю улучшения, делаю новые ролики, стараюсь поднимать наш канал, стараюсь идти вверх, стараюсь, все, заговорился, потому что 2 ролика, устал, еще плюс болею, еще до конца не выздоровел, но уже легче, тьфу, но лучше. Короче, в этом ролике мы будем бомбить, я уже отснял контент, и меня просто вывели игроки, вот честное слово. Я проверил ЕПП поля, где мы в тот раз ловили игроков. Опять же, они нарушают. Плюс последили за нападением ОПГ на ВЧ. Они также там есть нарушения. Да, тоже там и военные. Короче, все вам расскажу, все вам покажу. Еще читер попался. Короче, желаю вам приятного просмотра. Не болейте. Смотрите, это начало ролика. И у меня хорошее настроение. Сейчас... Вы можете сказать все, что угодно, пожелания подписчикам, друзьям, моим подписчикам, игрокам сервера, который вас посмотрит, другим игрокам других серверов. Давайте. Подписчики, желаю вам хорошей игры, чтобы не нарушали. Передаю своему другу Марату Бро и передаю своему лучшему другу Логану Эскобару. Подписывайтесь на Виталю, он лучший. Передаю самым своим лучшим друзьям, Марат Про и Логан Эскобар. Подписывайтесь на Виталю Старк. Лучшие, тебя спасибо. Подписай на Виталю Старк. Виталий Старк лучший. Передаю своему лучшему другу, Логану Эскобару привет и Марату Про. Все, ребята, они вас... Они вас услышат. Все, удачи, удачи, удачи. Нет, стой. Удачи, парни, удачи. Смотрите, как обычно. Да, ко мне. Стоять, бояться. Здравствуйте. Что делаем? Вы ко мне просто ехали? Ратмир, вы ко мне просто поехали, да? Ну, я так и понял. Уважаемый, чебуречек-то мой родной. Давайте в следующий раз, пожалуйста, не нарушайте. И по таким полям не катайтесь. Потому что сами понимаете, что здесь коровьи какашки могут попасться. Мины, заложенные Виталий Старком, когда он в туалет хочет. И так далее. Сами понимаете, что опасно здесь ездить. Все. Пожалуйста, больше не нарушайте правила дорожного движения. И будьте прилежным игроком. До свидания. Посажен игрочок. Посажен. Ай-яй-яй-яй-яй, ко мне он ехал, ну да, мы поверили ему. Я трава, я камень, меня не видно, я воздух. Проезжай, все, спокойно. Нет, далеко не уедешь. Здравствуйте, уважаемый. Ой, здравствуйте. Как ваш ничего, рассказывайте. Вот вас ничего не учат. Это еще раз я говорю, тот факт, что несколько дней назад я точно такой же ролик делал, а после этого я проверяю, как же игроки смотрят ролики и соблюдают РП-процесс. И вижу, что продолжение следует. Что, ну, плиз? Вы можете общаться в РП-чат, когда с вами разговаривает администратор. Это на будущее. Смотрите, вас ничего не учит.
Также и ролики, как я снимаю для вас, чтобы вы не делали поспешных выводов и поспешных действий, чтобы вас не наказывали. Вы продолжаете делать так, чтобы вас наказывали. У меня слов нету. До свидания, не нарушайте в следующий раз. Не просто так я встал на это место, потому что несколько дней назад, как вы помните, я уже здесь стоял и наказывал людей, которые сокращают вот здесь, выезжают от завода и летят вон туда, в сторону этого. Молодцы! Просто продолжайте нарушать, продолжайте. Вы продолжали и будете продолжать нарушать. А будете потом сидеть по часу, потом еще раз час будете. Вам это нравится, дорогие мои, вам это нравится, вам это по кайфу. Я в шоке просто. Делаешь так, чтобы было больше РП-процессов, было больше РП-ситуаций на дорогах? Нет, надо срезать по траве, по какашкам, по ухабам, по полям, по морям. Я молчу. Оп, появился летун. Ну-ка, стопэ. 387-й, иди сюда, иди ко мне. Малышка. Здравствуйте, уважаемый игрок. Как ваше ничего? Как летается на крыльях ветра, на крыльях ночи? Ночная пташка Фолдер. Твою дивизию. Так, давайте посмотрим его статистику. 387. Вы отыграли 7 из 8 часов на нашем проекте и нарушаете правила. Вы, наверное, все 7 часов отыграли с читами, верно, если честно? Бань, вас что, заклинило, что ли, попугай, что ли, товарищ игрок? Не нарушайте правила с проекта, играйте спокойно, ё-моё. Что ж вы нарушаете-то все? Будьте более адекватными. Подходите более адекватно ко всему процессу. Твою дивизию. Летуны. Просто как этот, кто там, 387. Чит. Опа. 259, иди сюда, 259, чё? Стоять. Стас, Старк, да еще и Старк. Вот еще один показатель того, что вы в ролики мои вообще не смотрите. Вообще... Пафосный, красавчик. Уважаемый игрок, что нарушаем? Почему пути срезаем? Почему едем по полю? Дороги там нету? Вам показать, где дорога есть? Показать, где есть дорожка? Я понимаю, вы мой подписчик, и вы делаете нарушения, хотя прекрасно знаете, что я здесь стою всегда и показываю, и рассказываю всем вам, моим зрителям, о том, что так делать нельзя. Скажите, что это не так. Постоянно здесь показываю, а тут я оп, и решил еще раз постоять здесь и посмотреть, как же игроки стараются не нарушать РП-процесс. Нет, здесь мой подписчик нарушает своими же глазами. Уважаемый, не нарушайте в следующий раз, пожалуйста, правила сервера. Вы знали, вы все знали. Он прекрасно знал о том, что делает. Вот честное слово, прекрасно все знал. Это специально самозащита включается о том, что я не знал и так далее. Он мой подписчик, он знает мои админ-действия, знает, как я админю, не знал. Но это вранье, ёперный городовой. Вот видите, капс, 419, капс, 419, Виталий лучший, спасибо большое. Но капслук, опять же, нарушение. Написали бы маленьким чатом, да, маленьким текстом, ничего бы не было. Димон, вы упали. Еще один немалый и интересный факт. Ну да, как обычно, гелик перевернулся, или что, это машинка, да, загрузочная. Это ОПГ. Когда ОПГ, получается, нападает на воинскую часть, лидер или замы должны сообщить об этом. Во-первых, все сотрудники ОПГ должны и обязаны одевать маски перед нападением. Так, давайте посмотрим лидерс, есть ли лидер или зам, так, Батаревская ОПГ, вор в законе, 724-й, ну-ка давайте сейчас слежечку отправим, 724-й, понятно, они сейчас, наверное, АФКшат, я так понимаю, замы руководят, маску. Администрация старшая и младшая даже, да, обязаны одевать маски и следить за своим составом, чтобы не было нон-РПВЧ. Потому что за нон-РПВЧ сотрудники ОПГ, да, сотрудники мафиози, получают строгие выговоры. Ну, в плане варна.
после получения варна, они, само собой, не могут устраиваться в какие-либо организации. Это гос, либо же негосударственные организации. Грубо говоря, бандитские, да? Или как их там называется? Забыл, ребят, сейчас скажу. Преступные группировки. Так, смотрим сейчас за происходящим. На воинскую часть просто, грубо говоря, напали. Посмотрите, сколько здесь народа. Пока что нон-РП ВЧ я не наблюдаю. Мирас, КПП не ешь. Так, ёперный городовой. А чё они? Мирас, КПП не взломаем. Сейчас они будут действовать, наверное, по-другому. Они сейчас... А почему они не поехали взрывать, получается, эту самую стену? Взорвали бы стену, прибежали бы, бомбочку взяли, взорвали бы стену, заехали туда, и все было красиво. КПП взломать не получается. И вот администрация, да, наблюдает за происходящими действиями от ОПГ, потому что их действия могут произвести нон-РП ожидания, тем самым они будут наказаны. Вареники, я думаю, не каждый хочет получить, тем более, если они будут нарушать очень грубо, будет разговор с лидером данной организации по поводу того, что он не досмотрел, не доглядел, не дообучал свой состав, который, грубо говоря, отправились нападать на воинскую часть за материалами, когда они отправляются. Помеху не делаем. Так, я так понимаю, они сейчас отправятся на задний проход воинской части, да, скорее всего, будут взрывать мой гелик. Так, куда они отправятся-то? Пока что я не вижу нарушений. Там человечек, правда, без маски один. Смотрим, все по машинам. Сейчас будет какая-то другая команда. Они отправляются, я так понимаю, в другое место. Давайте пока что дебаг отключим, чтобы он нам не мешал. Так, вояка, смотрите, приехал. Он навозил материалы. Начинает отстреливаться, получается, от ОПГшников, да. Завязался бой. Тихо, пока живет. Смотрите, живет. Ну, понятно, здесь... преимущество ОПГшников в количестве, само собой. И ничего себе, смотрите, военный уничтожил сотрудника ОПГ. Блин, кто-то ДБшит. Айдишник ко мне его, айдишник. Кто там? Смотрите, ДБшит. Я что-то не понял, а кто там на бэхе такой? Кто там? Ну-ка! 691, иди сюда. Блин, кто там ДБшил? Кто такой орел? Ехал, ДБшил, вы видите? Где этот орел? Где? Покажите мне его. Где этот человек? Вот он. Егорушка, уважаемый игрок, еще раз я увижу от вас ДБ, вы полетите в Деморган. РП процесс не отменяли. Продолжаем следить за игроками. Продолжаем дальше следить. А я его предупредил. Ну вот, они на меня отвлеклись, и их просто расстреливают воинские силы. Ну, видите, получается, пришло подкрепление, и началась перестрелка. Все правильно, хорошо, но просто вот этот Егорик, я надеюсь, что его щелкнули, или он убежал, делал некрасиво, вот честно. РП-процессу нарушал. Начал с машины добить. Вот он, кстати, Егорка, еще живой. Смотрите, сваливают. Ничего себе, смотрите, что делает. Смотрите. Красава, Егорка, красавчик. А теперь... Ой. 187-й, да? Ну-ка. 187-й, да? Да, иди сюда, 187-й. Иди ко мне. Иди, мой мальчик, иди ко мне. Иди сюда, 187-й, иди ко мне, за ДБ сейчас отлетит за ДБ. 187-й, давайте сюда его, сюда, далеко не уехали. Я смотрю, вы далеко хотели уехать, да? Правильно? Что, М? Вы сотрудник воинской части? Или сотрудник ДБ отдела? Скажите мне, пожалуйста, уважаемый игрок. Вы чего себя так ведете? Скажите мне, пожалуйста. Вы почему себя так ведете? Вы знаете РП-термин ДБ? Вы знаете, что давить игроков это нон-РП-процесс? Магомед! Так точно, замечательно. Вы будете наказаны по данной статье за ДБ. Я прав в данной ситуации, Магомед? Ваши бойцы выбежали защищать территорию. Вы что начали делать?
Вы решили на машине подавить людей. Не так ли это было, Магомед? А? Магомед, я не слышу. Я прав в данной ситуации, Магомед? Здравствуйте, здравствуйте, Максим, здравствуйте. Честно, не замечал за собой нарушений. Если вы считаете нужным, сажать. То есть, Макс, вы сидели рядом. Если вы меня обманете, будьте обманным администрации. Данный игрок совершал ДБ? Наезжал на человека? Когда те вели обстрел? Молодец, вот вы молодцы. А вы не признали свою ответственность, Магомед. ДБ улетает, ДБ. 187. Если игроки нарушают, вы хотя бы, кто более хороший и прилежный игрок, вы хотя бы немножко обучайте сотрудников, чтобы они не совершали таких деяний плохих. Но это некрасиво смотрится. ОПГшник нападают, он выезжает, нет бы там... Ну, я понял, понял, само собой бывает. Нет бы выйти из машины, начать перестрелку или уехать побыстрее от стрельбы. Нет, надо давить людей. Ладно, все, приятной игры. Приятной игры вам. Ищите напарника и езжайте. Все, счастливо. В принципе, посмотрите, воинская часть разрулили обстановку. На карте можно видеть много военных, и около КПП очень много военных стоит. И здесь вот видите, да, головешка торчит. На тачке нельзя. Ну давайте в слежечку зайдем за 145-м. Вот видите, да, получается, здесь у нас вояки, которые не понимают, что происходит у них. Машину тут оставьте. Правильно, машину. Зачем на воинскую часть на машине, да, своей ехать? Все правильно. Ладно, они разобрались. Вот, поэтому я и говорю. За каждым нападением нужно следить. Потому что очень будет много нарушений. И игроки тогда будут думать, что они останутся безнаказанными. Хотя ОПГшника тоже надо было посадить, честно. Но я подумал, что ладно, один раз там задавил, сделаю ему предупреждение. Ну, надо было его проучить. Надеюсь, меня не видно, потому что здесь, пока ЗЗ не сделали, да, происходят вот такие вот драки, видите, да, с правой стороны. Два маленьких бомжонка, два игрока начинают драться между собой. Потом начинается уже массовая драка, да, за которую я наказывать в данный период времени не буду. Давай, давай, еще меня ударь, совсем что ли обнаглел? Ну, ладно, ладно, ладно. Я воздух, меня здесь нету. Я просто... Я штора. Я шторка. Я зеленая шторка, меня здесь нету. Я шторка, меня здесь нету. Все, вроде убежали. Нет, не убежали, я шторка. Он подошел очень близко ко мне. Надеюсь, он меня не видит. Виталя. Кажется, меня видят. Или не видят. Так, попробуем план Б. Побег. О, Стар Компани, кто стрелял? Кто? Сейчас спалю. Так, а что здесь медицинский работник делает? Смотрите, что делают они. Сейчас, пока что неразбериха произошла, пока что я сам не понимаю. Бомжи, успокойтесь, видите, вот этот кубанский начинает драться. Сейчас посмотрим, если он еще кого-нибудь начнет бить, я прям сразу с лету спрыгиваю и опа, ствол достал, смотри. Оп, опять драться начал. Оп, ку-ку! 136-й, слышь, что, драчун, ё-моё, сейчас подерешься у меня. Дома, блядь. Сейчас последим за ним. Где этот, я его сейчас найду, где? А, вот он, кубинский, смотрите, убежал от меня, слышите? Стоять, или это не он, где он? Вот он, Аля, Куба. Привет. Глетушка, здравствуйте, уважаемый, о чем мы дымим? Я за вами бегал очень долго. Вы пытались скрыться? А что вы делали? То есть вы не подбежали, не начали драться? А вы, Фрэнк, еще раз пистолет здесь достаньте свою пуколку, будете людей пугать и провоцировать их на ДМ, вы тоже будете наказаны. Так. Здравствуйте, уважаемый дедушка. Ой, идем мы с тобой поговорим сейчас. Вот этот убивает бомжей. Точнее. Ну давайте последим. Все, меня нету. Я пропал. Дедушка. О-о-о. Ну-ка, правда, что ли, будет стрелять? Помоги, дедушка, убегаю. Меня нету здесь. Либо он специально это делает. Сейчас. О, убивает, правда. Иди сюда, ну все, урон нанес.
Я думал, Фрэнк, вы будете более прилежными. Ну, думаю, часик Деморгана вам подойдет. Я думаю, как раз для вас. Вы очень гиперактивные. До свидания. Вы не в видосе, вы в Деморгане. Он убивал людей, он убивал, дедушка хороший. Он людей убивал. А вы хотели ему люлей надавать, чтобы он не убивал, правильно? Все, просто вышел он с чата. Что, умер? Да, его больше нету. Как минимум час. Здравия желаю, инспектор по делам несовершеннолетних преступников здесь. 970-й, иди ко мне, иди на крышу хотя бы. А то его там сейчас съедят. Там видели, сколько зомби на него напало? А почему мы доимим людей? Здесь, около больницы, Дональд. Гамбино. Я вас, скажите спасибо, я вас спас. Вас бы сейчас те зомби растерзали. Видели, сколько там людей подбежало? Они готовы были вас растерзать, как только могли. Но я вас спас. Я Бэтмен, летящий на крыльях ночи. Я тот, кто спасает людей. Я тот, кто за закон и за добро на нашем сервере. Будьте счастливы, Дональд. Вы не в ролике. Вы в Деморгане. Это лучше. Это намного лучше. До свидания, Дональд. Не нарушайте больше правил. Все. Дональд, надеюсь, меня поймет и нарушать не будет.